have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, это Хайку, который робот, и вот босс. Я думаю, что вы только что видели вставленный фрагмент, где я его убивал. На самом деле он оказался не таким уж и грозным. Я его вот тогда, сколько я его один раз попробовал побить, он меня убил. Ну-ка, где мы сейчас? Сейчас заново я зашел, думаю, ну, получится... Думаю, получится у меня его убить, это значит будет такой знак на то, что стоит продолжать игру, потому что его и очень тепло восприняли, очень тепло встретили, и говорите, давай дальше. Я не против, мне игра, кстати, тоже понравилась. Ну-ка, магнит. Я буду автоматически собирать теперь все детальки. И вот я... Электромагнит. Прыгать по стенам? Я теперь так... Ну да, вот эта вся механика, она очень сильно из Ori and the Blind Forest. Так вот, я подумал, что почему бы не продолжить? Игра хорошая, игра прикольная. И вроде как у нас даже что-то получается. А вот это тогда зачем? А, ну не зачем, а вот это... Хорошо. Пойдем дальше. Давайте залезть. Карту я до сих пор, этот кусок карт не вижу. Но, по крайней мере, я теперь могу забираться на какие-то более высокие места, потому что я могу прыгать по стенам. А, вот и сохраняшка, кстати. Босс оказался не... О, глушилку, видите? Босс оказался все-таки не слишком сложным. Стоило понять паттерн его поведения.
и проблем как бы с ним уже не было. Мне наверх вроде, да? Единственное, что нужно разобраться с так называемой выносливостью. То есть наша шкала перегрева, она очень специфичная, если так сказать. Да, все равно ж ударил меня, тварь. Так вот, как бы удары нас охлаждают, как ни странно. Пойти все-таки сначала разобраться. Да, так... я допрыгну-то тут, ну-ка. Удары нас охлаждают, поэтому единственный способ справиться с боссом, это было бить его. Как ни странно. Оп. Прям над нами. Больно. Это я сознательно по репе получил. Почти сознательно. Тут было слишком явно, что тут бонус какой-то лежит. Заберу. Надо бы починиться. У нас уже неплохо так с деньгами. За босса мне выпало 100 с чем-то. Вы видели там, я думаю. О, карта открылась. Это вот этот кусочек, в котором... А, вон у нас выход в ту сторону есть, видите? Да, правильно было сначала разобраться с глушилкой. Правда, зачем? Смотрите, там есть... Видели? Да, блин, они все обновились. Нет, ну, с другой стороны, я не против. Сейчас, секунду. А, видели там кармашек? Да, чтоб тебя... Вон тот, что ли? Ну-ка. Тут кармашек я заметил. А где? Смотрите, по карте... Жалко, еще приблизить нельзя. По карте нам показывают два углубления. Второе я... Ладно, я из-за этого даже вернулся, но ладно, хорошо. Обычно карта помогает увидеть всякие такие секретные места. Ладно, нам все же нужно... Ой, ты кто такой? И зачем ты там? Тут ничего нет? Оп! Робот-паук. Робот-паук. Вот это местечко. А разве... Вот эта штучка меня немножко путает, потому что что-то... Оп! А! Я от вас спрячусь. Что-то нужно ударить, а на что-то нужно нажать. Где у нас? Вон там у нас торговец. Я бы сходил сейчас, знаете, куда? Через верх, если у нас получится сейчас перепрыгнуть. Я думаю, что... По! Ах ты ж! Болтика кусок. У нас там было сколько? В районе... Сотни? Двух сотен? Я не помню. Сейчас у нас просто есть две сотни. И мы можем пойти купить детектор стопок. Ну, в смысле, тех мест, куда мы не могли попасть. Так, так, так. А, да, нам все-таки... Ать, ать, ать. Тут мы сохранять. Сохранялки нам также поднимают все жизни. Хорошо, учтем это. Тут у нас основной металлопровод. Нам, по идее, туда наверх, потому что вниз у нас темные и огненные локации. Но вон там есть еще, правда, одно местечко. Но там вроде как, я не помню, то ли двойной прыжок нужно. Я пойду гляну. Так, о, вот это мне нужно, точно. А, это у нас...
Большой детальковый бонус. Вот что это такое. Большой детальковый бонус. Мы тут просто сейчас озолотимся. Теперь, да, запросто можно идти покупать все, что нам нужно. Но прям на все нам, скорее всего, не хватит. Где-то сотни, полторы-две нам не хватит. Можно, кстати, пойти нафармить. Полторы-две сотни — это не такие уж и финансы. Просто мобы спавнятся, поэтому с этим проблем никаких нет. Туда вниз это у нас... Так, во-первых... А, еще ниже. Мне сказали, что деньги, которые у меня лежат в банке, они будут видны у торговца, поэтому давайте попробуем. Та-та-та-та-та. Не видел ли поезд? Это мы с тобой все говорили. А, не, погоди. Да, у меня 612, а... Погоди. А почему я не мог никак... забаговала игра, прикиньте. Да, за 612... Во-первых, я возьму Map Sweeper. Автоматически показывает те места, в которые мы до сих пор не пробрались. Мне это понадобится. Да, купить, пожалуйста. Компьютерный чипчик. Компьютерный чип, вылезла ачивка. Нам не хватает каких-то 88 поинтов для того, чтобы купить еще и ключик. А ключик, я так полагаю, все-таки будет нужен. Нет, сейчас сюда я никак не пройду. Это проходится исключительно с другой стороны. Тогда давайте сейчас я сделаю паузу. Быстренько пойду нафармлю эти деньги. Просто чтобы сюда уже не возвращаться к этой торговке пока что. Подождите. Ну что ж, заняло это у меня буквально пару минут. Просто прошел соседнюю локацию. Он уже 125 мне с этого вылетело. Да. Да, пожалуйста. Ржавый ключик. Хорошо. Значит, у торговки сейчас в ассортименте больше ничего нет. Угу. Мы можем со спокойной душой валить отсюда. Сейчас мы по пути где-нибудь подлечимся или сохранимся, или еще что-нибудь. Да, тут я был. Тут я везде побывал уже. Нам теперь вот это вот справа внизу мы открыть никак не можем. Пока что, по крайней мере, его открывать с другой стороны. Внизу две локации. Мы туда тоже пока что не можем попасть. У нас остается исключительно вверх два пути сейчас. Пойдемте. Ах, блин. Что это за звук был? Катающиеся гайки. Так, ну хорошо. Та-та-та-та-та. Вот сюда вот мы еще не ходили. Давайте сначала отсюда и начнем. Бесконечный край. А, только на RPR Station. Блин, серьезно. Я тебя понял. Так, это у нас мэпс. Это Infinity Edge. Sharpens the user's sword. Granting them chance to deal critical damage. Ага, затачивает меч и дает шанс на 10% крита. Блин, я же был возле... Короче, я купил эти чипы, но... но не вставил их. Я молодец, да, я знаю. Так, ладно. Эта штука меня не бьет? Не бьет, ладно, тоже хорошо. А, я не могу туда попасть, ладно. По крайней мере, от падения нету урона. Да ладно, и тут... Тут ничего. Давай, 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 вверх, вверх, чувачок. Нужно быть поосторожнее с всякими... Вот, кстати, говоря о бонусных локациях.
Наверху тут тоже что-то есть. А мне получается куда? Давайте. Ударь. Гирляндочки такие из деталек висят. Если это... А, там дважды наверх можно. Погоди. Значит, во-первых, это все-таки проход. Но я не допрыгиваю. Мне все-таки, мне кажется, у меня должен быть какой-то или двойной прыжок, или что-то такое. Потому что у меня просто не хватает дальности. Или же... Та... Стой. Я еще один раз попробую. Просто для успокоения души. Нет. Ну, по крайней мере, нет. Это или сидеть очень-очень долго пробовать и надеяться на какой-то один рандомный случай, или же просто оно специально сделано в таком... Ух ты, а ты кто такой? Ага, приветствую, меня зовут Расти. Какое оригинальное имя. Я пришел в Аркадию, чтобы исследовать ее величие. Но это не та утопия, которую я себе представлял. Похоже, ты выглядишь немножко заблудшим. Но это не проблема. Это все часть исследований. Угу. Дай собственному любопытству вести тебя. И любопытству, и чувству приключений. И ты будешь в порядке. Возьми-ка вот эти маленькие удобные маркеры. Они запишут для тебя предыдущие станции починки. Если тебе вдруг не хватает деталей, тебе нужно срочно починиться. Не нужно платить. Путешествие не о деньгах, а о храбрости. Желаю тебе удачи в твоих путешествиях. Спасибо. Ну... Да, получается, он мне обозначил все Safe Stations, которые у меня были, все станции починки, их было 3 на данный момент. Но мы можем пойти дальше. Можем. Рой Бидрил. Ладно. Что-то мне это напоминает. Смотрите, рука. Я сейчас нажму, и начнется какой-нибудь глобальный козец. Погодите, стойте. Я сначала хочу все исследовать. Оп. За них детали не дают. Твою за ногу! Это был капкан. Ага. Я лучше починюсь, но его нафиг. Капкан на стене. Блин, больно, вы чё? О, эти хотя бы разбиваются. Это я заберу. Все хотят меня ударить. Ты взрываешься, не взрываешься. Что с тобой не так? А, нет, знаете, с них, по-моему, все-таки что-то выпадает. Ах ты ж, стой! Условно, это будем... Ну, типа, у нас есть золотой проход и темный проход. Ну... Оп, я тебя видел. Нет, все-таки какие-то деньги с них идут. Я вижу наверху и капкан, и бонус. Я, наверное, все-таки пойду. Деньги того стоят. Сказал самый жадный робот в мире. Си-си. Офигеть, я их не замечаю. Ну, замечаю, но далеко не всегда.
А тут выглядит чем-то большим и страшным, если что. С тобой можно поговорить. А, ты опять. Отлично. Меня зовут Лимерик. Или Лимерик. Я бы сказал тебе раньше, но честно, я не думал, что ты так долго выживешь. Я детектив. А это значит, что я был построен на более высоких вычислительных мощностях, чем большинство машин. Обстоятельства привели меня на эту землю. Я ценю хорошую загадку. Ну, не ценю, типа... Мне нравятся хорошие загадки. И этот вирус точно один из таких хороших загадок. Я не сомневаюсь, что мы опять встретимся, но... все-таки у меня есть на это небольшая надежда. Эти машины все-таки полуфункциональны. Это что... Насчет... Так, а еще поговорим с тобой? Да, это он последнюю фразу повторяет. Знаете что? Подождите. У меня такое ощущение... Во-первых, я бы все-таки сходил бы где-нибудь... Ага. Я бы все-таки сходил бы где-нибудь, посидел бы на ремонтной станции. Твою за ногу. Да еще и два раза! А вот, во-вторых, мне интересно проверить и другие направления. Так. Опа! Видел. Спасибо, не надо. Оп. Еще вот это потрогать надо. О-о-о, посмотрите на эту штуку сверху. Я ее взял. Какой-то проект установлен, эта ачивка пришла. Путем повреждений самого себя, но эту штукенцию я взял. Она там продолжает блестеть что-то. Так, а вниз тоже что-то есть, между прочим. Давайте съездим, посмотрим. Я понял. Я понял, что это. Мы как раз находимся недалеко от ремонтной станции, от нашей стартовой позиции. Да, вот она. Пойдемте тогда, наверное, немножечко присядем, установим чипы. Вот мы выяснили, что тут. Получается, у нас есть какая-то рука. Вон там какой-то... Да, в воздухе я дышать не могу, к сожалению. Но это не страшно. Стойте. А, ну наверху тут. Так. Ремонтная станция. Чипы. Установить вот этот. Отлично. У меня есть три места под чипы. Два из них стали. Значит, один дает немножко крита, другой показывает мне все возможные места, которые я, может быть, пропустил. Давайте... О, и еще вон то место внизу. У меня такое ощущение, что я могу туда добраться. Давайте, пока мы здесь, я сейчас быстренько туда загляну. Это реально будет недолго с нашим сейчас умением скакать по стенам. Опа! Опа! Не попал. И вот сюда нам сейчас, да? Да, вот так. Эть. Это был крит? Видели, я его с первого раза ударил? Во, красиво! Еще один крит. 10%, но вот он уже сработал дважды. Вот, не двойной прыжок нам нужен был. Это босс! Да ладно вам! У меня 160 монет. Я не помню, где был банк. Ну ладно, поехали, посмотрим хотя бы, что это такое.
У них нет полоски жизней, но у них начинает всякая фигня из них течь. Типа масло. Ах ты ж! А! Больно! Он меня сейчас убьет. Да. В принципе, наверное, несложно. Я тут недалеко от него. Пофиг на эти деньги. Я не в ту сторону пошел, не в ту. Там за ним что-то прячется. Возможно, даже какая-то обилка. Я хочу пойти его убить. Я считаю, что я могу это сделать. Я же говорю, пофиг на эти деньги. Да, блин, дружище. Не до тебя. Их тут достаточно нетрудно заработать, по крайней мере, в этих масштабах. А во-вторых, мне интересно, что там, потому что боссы у нас пока что, ну вот был один, и он дал нам обилку. Я хочу, чтобы это тоже нам дал обилку, чтобы мы прям стали сильнее, круче и дела, да, хорош, вы меня бить, блин. Что вы за люди-то такие? Ладно. Я не знаю, как у него будет вторая фаза, потому что, как вы помните, у того другалька у него была вторая фаза. Убивая эти колеса, я тоже наношу ему какой-то вред. Ай! Ай! Блин, ну елки-палки, ну это такие глупые ошибки. Я попадаюсь сам на своих же собственных ошибках. Если бы я не суетился, я бы это все сделал бы, наверное, Да хорош! Вот это, вот такие вот вещи нечестные, когда ты падаешь и просто на какого-то моба, ну, ты не знаешь, что он там. Но окей, это на самом деле не проблема. Лечиться? Я не вижу промежутка, когда там лечиться. Монетка исчезла, ладно. То есть мне предлагают, что я могу, в принципе, идти дальше, наверное, без этого скилла, который... Ну, опять же, я не буду утверждать, но из той логики я полагаю, что там какой-то скилл находится. Но... Всегда круче, когда у тебя есть больше, чем когда у тебя есть меньше, не так ли? Я не вижу все-таки момента, когда тут можно будет лечиться. Ну-ка. Крит прошел. Еще крит прошел. Еще. Блин, его колбасит. Все? Я же говорю, он несложный. Сколько мне за него отсыпят? Ничего! В смысле? Так, ладно, и я получаю... фрагмент капсуля. То есть это не обязательный босс.
это не обязательный босс. С другой стороны, тоже хорошо. Босс, ну он с другой стороны, наверное, да, ну не, я не могу сказать, что он был сложнее, чем первый, потому что у меня на него тоже ушло сколько, 3-4 попытки. И то, если бы я был аккуратнее, я бы, наверное, умудрился бы побыстрее его убить. Черт с ними, с этими деталями. Идем сейчас сохранимся. Свали отсюда. Опа. Идем сейчас сохранимся. И можно будет, наверное, опять туда наверх забраться. Я бы такой, чтобы нашел... Ай, да заберись ты. Все, я обречен скитаться здесь. А как мне... Я хочу сюда попасть. Ну вы что делаете? Ай, погодите. Мне пришлось обойти вокруг, прикиньте, народ. Ну то есть, я не мог туда попасть. А, это, конечно, немножко дурдом. Я бы хотел дэш в воздухе. Это было бы круто. Ну, то есть, я примеряю эти скиллы примерно как они были в Ori and the Blind Forest. И тут, поскольку очень много чего похожего, очень много это... Так, сохраняемся, лечимся. Попробуем сейчас найти починочную станцию в яркой части. Там, по идее, недалеко идти. А, еще давайте, может, нажать на ту вещь, которая там у нас. Знаете, интересно, я бы нажал, пошел. Не знаю, что случится, но это интересно. Или же все-таки не рисковать и... Черт, туда явно можно попасть. Ладно, подождем нашего следующего навыка, какой он будет. Тут явно должно быть несколько навыков на паркур. Тоже, скорее всего, дэш в воздухе должен быть. И... Та-та-та-та, не попали, лошары. Так, что это такое? Через металл и сталь машины строили мир, превосходящий тот, который был до этого. Эта статуя стоит здесь в честь... сотворителей, как это сказать, строителей Аркадии. Machine Land of Amendment. Ага. Хорошо, хорошо. Так, это мы забрали, нам наверх. Хорошо, что вот эта штука пока что там ничего не делает. Давайте посмотрим, что здесь. Я так смотрю, огромная территория. Давайте без босса. Ну, то есть, блин, у нас было уже... прыгай. Nomad's Plate? Погодите, это чип? Да, и что он делает? А, очень сильно уменьшает количество деталей, которые мы выбрасываем при смерти. Это прям мне нужно, это я хочу. А наверх я попасть не могу. Понял, хорошо. Возможно... А, вот видите, насчет знаки вопросиков появились. Это те места, куда я мог забраться. Угу. Все-таки мне карта это отмечает. То, куда я мог забраться, ну, могу забраться, но в будущем. Вон там, куда я не могу сейчас забраться, вот, который сейчас находится по центру экрана. И вот там сверху. Супер. Я все-таки... Больше там ничего взять не могу. Я все... Нет! Нет, 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 нет. Я все-таки хочу пойти найти станцию починки именно здесь, с этой стороны.
чтобы каждый раз не ходить. Я не могу сейчас выйти из игры, не сохранишься. Чтобы сохраниться, мне нужно идти на станцию починки, которая находится аж там далеко, внизу. Я хочу найти станцию починки здесь. Я не туда прыгаю, да? Да, скорее всего. Это же у нас были бонусные какие-то. Да, нам в любом случае сюда. Здесь у нас начинаются проблемы. Эти проблемы мы героически преодолеваем. Идем сюда. Также я бы не против найти еще один банк. Наверное. Ага, два раза. Ну иди сюда. Позабираю монеты. Ладно, с них хоть что-то падает. И на том спасибо. Получается, весь этот кругалек я сейчас закинул практически... Ну, не практически зазря. Я пошел, вернулся, убил босса, но все-таки. Вот это место... Да, у нас тут нет карты, у нас тут нет ничего. Хорошо, а где тогда волна, которая... Кстати, чел ушел уже. Как вам такое? Ужалил меня, гад. А хочу ли я рисковать таким количеством монет? Монет, деталей. Без разницы. Крит пролетел. То есть криты пролетают что так, что так. Ёперс, это... Мне бы какой-нибудь тогда увеличитель дэмэджа. Хорошо критовую штуку дали мне, но... Но я бы хотел разбираться с этими ребятами побыстрее. Я это сейчас не открою. До свидания. Ай-яй-яй, то ж ты! Блин, а тут что-то большое. И сюда труба. Вы офигели? Кластеры? Так, хорошо. Сюда у нас тоже есть какая-то фигня. Mainframe Vault. Главное убежище. Это точно что-то серьезное. Ну, то есть... Все, что содержит в себе слово main... О, глушилка! До свидания, дружище. А где у нас станция починки, пожалуйста? Ага. Так, вон туда наверх можно было бы... Да, согласен. Хорошо, станция починки мы можем увидеть только ту, которую мы нашли. Здесь? Здесь ничего. Отлично, пойдем вниз. Я доволен, что мы с вами... А, вот и станция починки, здравствуйте. А вот и банк. Стой, 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 стой. Я сгружу все свои деньги очень удачно. И банк, и станция починки, все в одном. Спасибо. И вот тут мы сохраняемся. И на этом тогда будем заканчивать серию. Получается, нам идти дальше примерно под главное убежище. У нас там есть проход, видите? Там какие-то кластеры летают, что-то такое. Ну, посмотрим. Проходы есть еще вон туда наверх, вон туда наверх. Тут еще какие-то огромные пласты уровней. Это я могу понять. И вниз у нас еще два огромных пласта уровней. Три. Вот куда... А, вот весь мир, куда он идет. Вот. Вот.
И вот тут какие-то куски еще. Ну-ка. Вот, чтобы оценить масштаб игры. Мы прошли не так много. Но, с другой стороны, это только вторая серия. Мы сколько? Часика полтора в нее играем. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.